Добрый день! Представляю вам женскую сумку итальянского бренда La Maschina. Модель сделана из натуральной кожи теленка, мягкого и прочного материала. Его поверхность приобрела особый зернистый рельеф благодаря обработке на специальных штампах. Лицевая сторона изделия украшена золотистым брендовым узором и металлическими деталями. Грани сумки делают ее устойчивой. Модель можно поставить на любую горизонтальную поверхность. Внутри три основных отделения. Благодаря этому ваши вещи всегда будут на своих местах. В сумку уместятся смартфон, кошелек и необходимая косметика. В плоские внутренние карманы можно положить проездной и карты. Текстильная подкладка мягкая и приятная на ощупь. Она прослужит вам долго. Сумка закрывается на молнию, которая переходит в металлическую цепочку. С ее помощью модель удобно носить на плече. При желании вы можете спрятать ее внутрь и носить изделие как клатч. Носите эту сумку в стиле casual с элементами гламура, с юбкой из струящейся ткани, топом и босоножками на высоком каблуке. Она также будет хорошо смотреться с широкими брюками, укороченной костюмной жилеткой и туфлями-лодочками на шпильке. Модель представлена в черном и розовом цветах. Создавайте эффектные образы с вашей новой сумкой La Maschina.